названия вы уже поняли, что она живет в Патагонии. Мара очень социальное животное, они живут стайками, и, как вы видите, они грызуны, они питаются овощами и фруктами. У них обустроены специальные огороды, в которых они могут жить. Ничего не вижу. О, пошли сюда. Единственный представитель Австралии, который у нас сейчас пока есть, это М. Сейчас мы попробуем посмотреть на игру. Громкий вот там вот находится. Вот там. Пойдемте дальше. Находится страус австралийский. В отличие от страуса африканского, у него три пальца. Также он более пушистый, соответственно, с климатом, где он находится. У него более круглая спина. И клиента достаточно много. Он очень любимый, он постоянно изучает, кто же к нему приходит. И, конечно же, для него будет подготовлена компания, с которой он будет жить в дальнейшем, когда его выпустят на открытую площадь. Внимание! Да. Посмотрите внимательно. Так, это 5 сентября 2021 года, Харьков. Зеленые, очень сенсуальные приматы. Они же будут очень много.